Евгения Добровольская прожила в браке с Михаилом Ефремовым примерно 7 лет и родила ему сына Николая. В семейной жизни актеров случалось всякое, но даже после развода они остались в хороших отношениях. Евгения ушла от Михаила Олеговича, так как он мог не совладать со своими эмоциями. По словам актрисы, в современном мире это называется абьюзом. Добровольская вспоминает: «Был какой-то момент, когда я поняла, что он перестал бояться меня потерять. После этого я сразу ушла. Мы так устали друг от друга». Когда летом Михаил Ефремов стал участником ДТП, в результате которого погиб человек, Евгения, как и другие родственники и друзья, сильно переживала за актера. «Я почувствовала конец света просто. Миша хороший? Только пьяный Миша и трезвый – это два разных человека. Пьяный человек – это оно. Он вообще не понимал, что делает». В суде экс-супруга Ефремова не появлялась. По словам Добровольской, ее очень раздражал адвокат Эльман Пашаев. «Я боялась не сдержаться. Все, что происходило, было безумием. Мне казалось, что у него нет мозга в тот момент», — отметила актриса. Сын Николай тоже тяжело пережил всю эту ситуацию. Сейчас он и Евгения пишут актеру письма в колонию, но идут они очень медленно. Добровольская даже готова навестить артиста в местах лишения свободы. «Я согласна с тем, что его осудили. Но не с тем, сколько ему дали. Он очень сильно уже наказан. И потом ему 60 лет. Ну посмотрим», — добавляет звезда. К слову, недавно на телеэкраны вышел сериал «Полет», в котором экс-супруги сыграли вместе. Сейчас многие коллеги Ефремова гадают, сможет ли он вернуться к актерской деятельности после того, как закончится его тюремный срок. 7,5 лет.